у вас тут дела? О, блин, ни хрена ж не видно-то. Не дай бог рухнет. Да не, нормально. Тут даже в полный рост можно стоять. Нет, ну, второй раз в жизни. А, а у меня первый. Нет, блин, что это будет? Хорошо у тебя получается, давай. Как в каждой этой самой, ну, и же в пирамиде аккумулируется энергия, а здесь это, вот ты подумай. То есть теоретически, если скролик спалит, ничего. Огонь никогда здесь нельзя жечь. Почему? Потому что растает и будет тебе капать на это самое, на башку. Ну тогда обычно все шкурами и программами.